Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Afterbirth. И продолжаем проходить режим жадности всеми по порядку, наверное, игроками. Вот Каин, давайте им. Почему нет? Ну почему нет? Потому что он унылый. Да кто тут не унылый-то? Все унылые, зато у него сразу есть ключ. Вот это фу, а вот это тоже фу, но... Ну, хоть так. Слезки-то больше стали. И здоровье прибавилось, или мне показалось? Так, а вот это что, я не знаю. Нет, это я знаю, вот это. Флуп. Что делает флуп? Что делает флуп? Я еще флуп не видел. Что-то не пишет, сейчас напишет. Tapeworm gives you tears плюс 29 range. Да? Дальность. Плюс 29 дальность. Наверное, больше, но не знаю. Ладно. Пускай будет так. Тут мы были. Глянем заодно, что там в магазине только. Да. Ну, глянем. Вот это нам обязательно. Ключ нет, спасибо. Взять серое сердечко за одну бомбу. Ну, можно. Так вот как-то. Или сходить в комнату с шипами. Ах, сколько всего. Ну, я думаю, мы монет-то наберем сейчас. Уже дамаг стал больше. Это радует. Так, куча мух. Ай. Ты что, мне кажется, или они спектральные? Нет, они не спектральные. Я думал, вдруг пролетает сквозь. Что-то я разговорился, а врагов-то все больше становится. Взорвитесь. Ну, другое дело. Еще? Ну да, это только это еще одна волна будет. О! Пыдыщ, скидыщ, уходи. Хух. Вот. Итого 19. Немного, но... что есть. Так, и дамаг. Правда, как-то не сильно он вырос, но зато здоровье точно. Ты не помнишь что? Маленький грибочек, это кажется уменьшение размера, увеличение скорости. И вроде бы скорости стрельбы. Ну, это я не помню. Кто у нас тут? Паук. Вот чего не хватает, это наводящихся выстрелов, как всегда. О, что застрял? Нет, выстрел. Хорошо, но сейчас появится еще один босс. Это монстро, вот так. Монстро. У него же нет вниз лазера? Нет, кажется, нет. Да, у... как его? У Пипа есть. Пип. Ну, который как Блод, только Пип. Ай. Что-то как-то долго. Ай. Даже Магди быстрее было. Что такое? Но с другой стороны, у нас есть чудо-карта, которая как раз восполняет все здоровье. Половину сердец. И было ровно половина. О, ну, и что? 12 монет. За которые мы можем тут взять... Не знаю, ничего. Ладно, давайте еще одного босса. Ох, как они не самые лучшие боссы.
Ну, может, и не самые худшие. Не с нашим дамагом. Ай! Застрял. Так, 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 так. Ну как бы их так, чтобы всех сразу. Какой-нибудь мега-выстрел, который всех их так вот пыщ. Типа серые, наводящиеся. Но нету. Ух, оказывается, еще так бывает. Сколько ж можно? Какой-то он отталкивающийся и попал. На. Ну, тут есть усиление дамага. Можно взять гадкую книгу, которая будет плодить черные сердечки. На, как бы. Давайте усиление дамага. Да вроде больше стали. Вот это да. И еще бы убыстрение дамага. Но вот нету. Ладно, может что-то нам подкинут в следующем уровне. О, здрасте. А вас-то мы и не ждали. Зато одна пулька убивает эту одну муху за один раз. Это хорошо. Так, сразу идем, смотрим, что тут. Что это ерунда? Ну, в принципе, это не такая ерунда. Наводящиеся выстрелы. Больше слез. Больше? Больше. И они будут наводящиеся. Время от времени. Либо вот это помощник. Хотя мы еще глянем, что тут. Ну, вдруг, думаю, мы можем купить что-то наводящееся. Нет. Вот бомбу бы. Опять бомбу бы, а бомбу бы нету. Хотя, что там? Ключ, сундук. Вот, кстати, тоже сундук какой-то. Новинки сезона. Ну ладно, берем наводящиеся выстрелы. Не заряжаются всего-то две комнаты. Две волны. Это неплохо, наверное. Здрасте. Здрасте, здрасте. О-оу. Не успел. Ну, не успел, опоздал. Эй! Так, чувствую, сейчас начнется опять то же самое. Куча врагов. И мы не успели. И волны на волны накатываются и захлестывают нашего бедного персонажа. Опять. Уходи. Ай. Сколько же их? Эй, это напрыгивающие сверху. О-о-о. Знаете что, тут придется наводящиеся включать. Промеж тем-то и здоровья не осталось. Ну, это ж прикольно. Наводящиеся нажал и до конца волна не работает. Ведь комната одна. Хм. Ну, 30 монет есть. Да толку-то мало. Ну, вот, скажем, это взять. Да вот это тоже не повредит. Ну, тогда на ключ не останется. Ладно, попробуем так. Сейчас, может, что-то еще. И вот кость бы ту взять. Бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Не стреляй по нам. Уходи. Раз. Второй босс. О, это злой босс. Отлично. Главное увернуться от его огоньков. Итого 8 монет. А что я взять-то хотел? А что я взять-то хотел за 8 монет? Ничего не возьмешь. Ключ хотел взять. И бомба бы не повредила.
В принципе. Глянем, что еще тут. Ничего. Пустот. Ах да, еще же вот что может быть. Это тот, который лазером бьет. И не просто оставляет кровавый след. Вот это вообще зло. Ну, с ним разобрались. Ну, вот как-то так. Итого. Здрасте. Больно, я знаю. Ну, что поделаешь. Камушек. Камушек хорошо. Сколько у нас на пробеле чудо-книжка наводящаяся, то камушек усиление дамага, я так понимаю, это всегда хорошо. Но. 10 монет. И не хватает на печеньку. Ах. И ни бомбы, ничего нету. Ладно, значит, берем, наверное, сердечко и ключ. Хотя это можно взять в следующем уже уровне. Какая разница? Хоть. Какая разница? Там мы купим или тут? Или может не быть чего-то из этого? Зато могут быть серые сердечки. У нас будут денежки. Оп, темно, ничего не видно, как всегда. Желтый шприц. Он фу. Конфу. Сейчас я хотел глянуть, что у нас тут. 3, 3, 4, 1, 1. Хоп. Сердечек меньше не стало. 3, 2, 5. Вроде больше, что-то стало больше. А сердечек меньше не стало. Уже это хорошо. Ой, всеведение. Это бы взять. Плюс там... Нет, это душа. Это не всеведение. Это душа, которая... Аура и серые сердечки. Это хорошо. Это надо. Это возьмем, но потом. Значит, нам бы ключ. И красное сердечко. А, ключ зачем? Напомнили, потому что да. Потому что комната не открыта. Ну, толстый защитник. Мужьей. Мужчинный. Почему нет? Так, ребята, попроще. Вот мы включаем самонаводящиеся выстрелы и давай их наводить. Просто прекрасно. Кто еще остался? Пауки внизу. Сейчас начнут эти фекалии со всех сторон прыгать. Ничего. И все турельки. Обалдеть. Ну вот. Еще что-то. Что? Ох ты. А почему они черные? Потому что они взрываются. Это не весело. Итого. Как-то вот так вот донабирали всякого. Ну что, берем. Ой, это вообще классно. Ну, наверное, мы столько денег и не найдем. Хотя, ну, может, и не так классно. Пошли смотреть, что за босс. Будет наводящиеся выстрелы, конечно. Отлично, еще босс. Маска. Маска — это зло. Но она неуязвима, пока сердце не убить. Как тут быть? Ну хоть попадает в него куда надо. А куда надо? Надо попадать в затылок. Не знаю. Задняя часть маски это затылок. В спину. Спина маски. Ух, добили. Но. Опаньки, вот это новости. Такого-то мы не ждали. Ой. Ну ладно. Бывает-то и хуже. Вот это хуже уже. В
общем, как-то надо так стоять, чтобы не задевали лучи. Не вертикальные такой, не угловые, никакие. У нас-то выстрелы наводящиеся были, правда? Паучки и тоже паучки. Короче, отстой, отстой. И возьмем ли мы вот это? Это будут взрывные выстрелы, кажется. Да. А если бы он был в шапке, была бы ракета. Ну, взрывные выстрелы я не очень люблю, поэтому не возьму, нет. А возьму я что? Вот я не знаю, что это. Какая-то большая батарейка. Которая что? Ай, значит, она... Familiar baby that drops a battery every 4 room. Ага, батарейки нам дают. Ну, нам батарейки не надо. Возьмем тогда это. Ну и это тогда. Че уж. Че уж. Все, ключа нет, ничего больше нет. Уходим дальше. Хм. Зато быстро стреляет. Ну, че, классно. Быстро, плюс наводящийся. То, что нужно. Так, ключ, ключ. Ха-ха, ключ. Вот так. Усиление дамага. Прекрасно. Ну, сами дали, я че? Так, тут что ж, аж, блин, по диагональке бы пройти, но, чаще всего это не получается. Полет надо. Может, тут полет будет? Полет. Нет, это большой глаз, который стреляет в две стороны. Прекрасно. Ну, так это то, что нужно. Значит, поехали. Ну, нормально, чё. Так я и не понял, они наводящиеся или нет? Вроде да. Но дело в том, что они быстро двигаются, и, очевидно, это не успевает всегда выстрел среагировать. А, слезинка. Так, вот вспоминаю. Вспоминаю такое противное существо. Было у нас где-то такое? И куча вот этих, да, периметральных. Или как их назвать-то? Катающихся по периметру. Органов. Так, что из этого хорошее? Нет, хорошее-то может все, но... Конкретно нам что тут подойдет? Нам бы ключ взять. Не надо брать ключ. Ну, никакие артефакты. Я не хочу их брать. Здоровье бы поправить. Но чего нету, того нет. Здрасте. А чё их так много? Нет, их реально много. Ой-ой-ой. Сейчас прилетит, точно. Ну, сам, это тут без слов, сам. Тем временем здоровья крайне мало. По-прежнему всего-то их 3 сердечка. Окей. Ну, пошли дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как-то их много. Не люблю, когда много. Тогда надо проявлять мастерство, которого не так, чтобы много. Хм. А их много.
Отлично. И еще один. Давай, 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 добивай, добивай. Отлично. Что ж там дадут? Два черных сердечка. Ну, хоть что-то. В общем, это даже хорошо. И еще одно красное купить. Вот как-то так. Конечно, что-то тут есть, но, блин. Я же потрачу черное сердечко. Не хочу. Хотя, че уж там. Потратил. Но, что было, что... Стой. А! Бесполезное. Действие можно было его и не делать. Ну уж, ладно. Ну, сначала берем, что дают. Плетка. Больше дамага, быстрее стреляет. Хорошо. Это отлично. Бомбы не дают. Из артефактов вот это надо взять обязательно. Damage range up. Прекрасно просто. Так, серое сердечко. Ну, халява же, надо брать. Ну и ключ. А, что ключ? Надо ключ. Ключ. Берем ключ. Ключ. Вот тебе и раз. Три красных сердечка. Этого не хватало, серьезно. Так что это, считай, повезло. Мастерство даже тут. А, да. Включаем же. Включаем наводящиеся выстрелы. Ай-яй-яй-яй-яй. Карамба. Ох-ох-ох, карамба. Вот это карамба, так карамба. Все, что ли? 8 волн прошли. Итого. Берем эту штуку. И эту штуку. И соска. Соска, кстати, тоже можно брать. Я прочитал. И мне написали. Она вроде неплохая. Ну да ладно, денег нету. А те, что сейчас дадут, их будет мало. Это, в общем, ладно. Ох, да, это же надо включить наводящийся выстрел. Забыл, забыл, да. Опять маска? Да ладно. Какой-то маскарад просто. Ах ты! Гадкое создание. Ну вот. Но это еще не все. Ну и опять те же самые. Снова разом. Снова вместе. Пошел вон. Обе две. Хотя неизвестно, может, и самцы. Вот там была Carrion Queen, она создавала маленькие сердечки. А эти только фекалии создают. Значит, это самцы. Ну, наверное. Вот. Итого. Что нам тут хотят дать? Нам дать хотят вот каким-то чертенком хотели испортить все. Но ничего у вас не выйдет. Можно было взять, кстати, птичку. Хотя, зачем? Нет, мы и так разберемся без всяких птичек. 9 монеток. Ничего нет. Ну, ничего нет. Значит, уходим. 10 монеток. Оу, сердечки. Он же счастливчик. У него вечно падают всякие классные вещи. Ух ты.
Или как? Удачник. Вот так вот. Ну, почему вот есть неудачник? Это неудачливый человек. А удачливый человек... Нету такого слова. Есть... Ну, в смысле, типа удачник. Нету же. Говорят, удачливый человек. А на неудачливого человека есть специальное слово. Неудачник. Ну, еще куча других. Так, что из этого нам надо? Это можно было бы взять, но... Зачем? А почему нет? Хорошо, сейчас посмотрим, что нам тут... Что нам тут придется делать. Просто стрелять много и часто в одну сторону. Ах, нет. Говорит, это ты хорошо придумал просто стрелять, но у нас тут волны. Не забывай об этом. Классно. Здрасте. А она-то не одна, их три этих турелек. Черви, конечно. Червей-то нам не хватало. Ну хотя бы они стреляют не по прямой. О, ангелочек прилетел. Какая это только пятая волна. О-хо-хо. Кто там такие? Стоп. Это что-то новое было, но... Что-то летающее и производящее желтых мух. Было. Все. Это была восьмая волна. 28 монет. Итого. Эй. Ну, скажем... Вот это. Быстрее стреляет. Ну, это да, но... Плюс карта мира. Давай, покажи нам мир. Секретную комнату не показала, конечно. Карта мира. Ха. Ну, что еще тут есть? Ты. Все. Больше ничего. Ну, пошли наводящимися выстрелами наводиться. Какие большие-то. Но это не отменяет того, что это босс. И что через 24, 23, 22 секунды будет следующий. Тут у нас на подхвате скорострельность. Скорострельность. Очень даже кстати. Даже практически успеваем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нечаянно сам задел. Глупо, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сдох? Фух. Ну и последний. Ну, как последний? Да ладно, попала. Гадкая штука. Как же душа, которая должна отражать это все? Ну, наверное, сколько смогла, столько и отразила. Здрасте. И вы привет. Ну вот. Более-менее. Руны? Да ладно. Впрочем, хвас пэссидж. Абуданса. Что такое абуданса? Не помню. Удваивает что-то. Ну-ка. Джера. Абуданса. Да, удваивает, что лежит на полу. Как раз, что не надо. Ключ. Пилюлька о чем? С эффектом... Плохим. Ну, давайте возьмем вот это уже. Хоть что-то будет. Вот бы это. Увеличение дамага. Ну, все, уже денежек нету. Ну, нам остается-то что? Последний-то босс, я думаю, мы справимся. С Каином. Сейчас узнаем. Бывает, что я не справляюсь. Такие прохождения вы тоже видите. Но не часто. Монстра? Вот почему монстра только? Это такой баг или именно он? Или, возможно, со временем там становится что-то более злое?
Ну, не знаю. Так, вырубаем наводящийся выстрел и понеслась. Так, вот это нельзя даже и близко подпускать. Это сердечки, они его лечат. Ее. Ультражадность. Ключики тоже не надо. Ах, дамага чуток не хватает. Ключ. Меня смущает, что только одна жадность. Ну, то есть, ведь были и другие грехи. То есть, я как бы за делом, что они могут попасться потом. Можно продолжать все другие делать. Режимы там, типа, режим... Ну, не знаю. Чего там еще из грехов есть, которые в игре представлены. Ай. Там, не знаю, режим лени. Его не надо проходить. Ну, лень. Так, ключи, ключи, ключи. Нет, 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 ключей нельзя. Позволять ключей появляться, а то будет бобо. Ах, один открылся. Ух ты. Ну, один это не четыре. Вот это точно нельзя. Сердечки, не-не-не. Так, еще чуток. Просто добей, это же просто. Вообще веселый босс. Чтоб не сделали какую-нибудь супер-ультра-мега жадность, тогда будет вообще зло. Которое будет плодить не такие жадности, а какие-нибудь... Ха-ха-ха-ха. Другие. Да вот. И монеток-то не скинуть. Ха. Ну все, значит, прошли, я так думаю. Эй, ачивку дали, я не заметил какую, но мы, наверное, увидим после мультика. О, мультик, ну мы его видели 300 раз. Пожалуй, мы уже смотреть не будем. Сейчас его завалит, а потом станет веселым ужастиком. Хранителем секретной комнаты. Улыбнись нам. Ну давай же, мы все ждем. Это будет хранитель Кейн. Ну, все, титры. И нам дают, что злобный глаз появился в подземелье. Вот. Ну, а мы тем временем завершаем прохождение сегодняшнее. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Надо что-то другое придумать к этой скороговорке. Ну да, adios.